Всем привет! Хочу показать, как начинают распускаться листики хурмы. Вот дерево хурма. Вот сейчас конец апреля. Вот таким вот образом она начинает сперва выпускать листики, а потом начнет цвести. Я сниму вам, как это будет выглядеть. Природа потихоньку оживает. Так, всем привет. Вот это хурма 2 или 3 недели спустя. Посмотрите, какие у нее завязались плоды. Вот они такие маленькие. Смотрите. Вот. Маленькая хурмушечка. Вот много. Всем привет, гости и зрители моего канала. Сегодня я хочу вам показать, как цветет хурма и какие цветы на ней есть. Вот смотрите, как она цветет, я вам показываю. Это женский цветок, видите? То есть есть деревья, на которых есть женские цветы и мужские. Есть деревья, на которых есть только женские. Вот в моем случае у меня только женские цветы. Я не нахожу здесь ни одного мужского пока цветочка. Ну, такая хурма, она тоже приносит плоды. Хотя, если бы было хотя бы немножечко мужских цветков, то плодов было бы гораздо больше. Многие еще, видите, не распустились. Они только-только вот, только-только начинают. Вот, видите, а мужские цветы, они немножечко такие вытянутые вперед. И внутри у них такие, как такие тычиночки. Ну, не могу вам показать, потому что не нахожу пока такого цветка у себя. Вот, поэтому поставлю только картинку. Вот, смотрите, вот так вот красиво, экзотически она сейчас цветет. Вот такая вот интересная, видите? Интересное такое растение. Очень вкусный, полезный фрукт. У нас он вот этот вот очень-очень сладкий. И такой сорт, который не вяжет. Вообще не вяжет. Смотрите, снимаю через неделю. И я думала, распустятся многие цветочки, посмотреть, нету ли здесь все-таки мужских цветков на хурме. И вы знаете, вот куда бы я ни посмотрела, везде такой как раскрывшийся внутри, это цветочки девочки, женские цветки, поэтому, видите, они уже все полностью раскрылись, начали желтеть, очень жарко. Пчелы опыляют эти цветы, сейчас летают, посмотрите. И так что на моем дереве только женские цветочки. И очень-очень много пчел. Посмотрите, как они работают, стараются. Ну, многие цветы еще даже не распустились. Вот видите. Но пчелы слетелись на запах. И вот они уже работают, собирают мед.
Вот так вот чувствует себя хурма. Но почему-то вот цветочки начали желтеть. Вот смотрите, сколько много-много пчел. Пчелки-трудяги. Вот. Даже слышно их жужжание. Прекрасное зрелище. Вот так вот сейчас у нас цветет хурма.